Одиночество – место, куда хорошо заходить в гости, но не жить там. Приятного просмотра! Худшее одиночество – не чувствовать себя комфортно с собой. Кто не любит одиночество, не любит и свободы. Одиночество есть жребий всех выдающихся умов. Одиночество – удел сильных, слабые всегда жмутся к толпе. Самое худшее одиночество – это остаться среди тех, кто не понимает тебя. Умные не столько ищут одиночество, сколько избегают создаваемой дураками суеты. Почему нет антонима к слову «одиночество»? Может, из-за того, что до самой смерти люди не могут избежать моментов, когда чувствуют себя неодиноким? Общительность людей основана не на любви к обществу, а на страхе перед одиночеством. Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих воззрений для других. Человеку, стоящему высоко в умственном отношении, одиночество доставляет двоякую выгоду: во-первых, быть с самим собою, и во-вторых, не быть с другими. В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Иметь в себе самом столько содержания, чтобы не нуждаться в обществе, есть уже потому большое счастье, что почти все наши страдания истекают из общества, и спокойствие духа, составляющее после здоровья самый существенный элемент нашего счастья, в каждом обществе подвергаются опасности, а потому и невозможно без известной меры одиночества. Одиночество – союзник печали, оно же спутник духовного возвышения. Я не боюсь одиночества без людей, я боюсь одиночества без веры. Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности – это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Истинное одиночество – это присутствие человека, который тебя не понимает. Человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «я». Умному в своем одиночестве не скучно, ему скучно в толпе дураков. Одиночество – ложь, ведь мне дружны небеса. Великий человек подобен орлу, чем выше он взлетел, тем меньше доступен взору. За свое величие он наказан душевным одиночеством. Если два человека встречаются и беседуют, то цель этой беседы – не обменяться информацией или вызвать эмоции, а скрыть за словами ту пустоту, то молчание и одиночество, в которых человек существует. В
в одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким. У одного одиночество – это бегство больного, а у другого – бегство от больных. Мудрость часто влечет за собой одиночество. Мудрецу хорошо одному, в своем собственном обществе, наедине со своими помыслами, однако истинный мудрец не отворачивается от людей, вращаясь в самой гуще жизни, хоть его счастье и заключено в покое. Люди ревнуют только к одному – одиночеству, не прощают только одного – одиночества, мстят только за одно – одиночество, к тому, того, за то, что смеешь быть один. Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночество. Отсюда – карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение Бога. Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного. Самое лучшее, что двое могут сделать друг для друга, это бережно, заботливо, понимающе охранять одиночество другого, от которого не отделаться никак, пока человек жив, и разделять его по просьбе, и оставлять в покое, если нужно. Но как эскортный корвет от охраняемого транспорта, никогда не отходить за горизонт и никогда не оставлять одного. Почему люди, как правило, избегают одиночества? Потому что наедине с собой лишь немногие наслаждаются приятным обществом. Одиночество – это когда человек без Бога в себе. За интеллектуальное превосходство расплачиваются одиночеством. Одиночество – это самая важная составляющая человеческой жизни. Человек понимает, кто он, только когда он одинок. Подобно гипнозу, брак – измененное состояние сознания. Чем глубже в него погружаешься, тем больше можешь измениться. Одно предупреждение: если ты не переносишь одиночество, не вступай в брак. Многие не способны существовать сами по себе. Их это пугает. Меня одиночество не беспокоит вообще. Оно придает мне ощущение безопасности. В мире легко жить по мировому мнению. В одиночестве легко жить после нашего. Но великий человек – это тот, кто посреди толпы с абсолютной сладостью сохраняет независимость одиночества. Если в одиночестве нет одиночества, это присутствие Бога. Я люблю одиночество при условии, что друзья время от времени заходят ко мне поговорить о том о сём. Найдите общий язык с одиночеством, и вы обретете равновесие во всем. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный материал, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые наши материалы, и делитесь с друзьями. И напишите в комментариях, нам будет интересно, ваше мнение и какая цитата понравилась именно вам. До следующей встречи!